Итак, уважаемые друзья, сегодня, чтобы видео не было пустым, так как мы начали отправку оплаченных заказов, я хочу немного поговорить о поливочном круге для растений, который нужно делать обязательно. Вот мы, к примеру, окопали его, да, но вон там вот можно видеть на пихте, что здесь он окопан. Ну, окапывал не я, а человек. Но надо его делать намного побольше, вот так вот. Так, вот так он и корни, по-моему, зацепил. Ну, это ничего страшного, человек просто еще вот так намного. Я бы еще побольше делал, чтобы вода, как можно больше воды, объем воды стоял тут. Да, с дождями его разобьет этот поливочный круг, но желательно делать это, держать его в нормальном состоянии. Сюда можно мульчу насыпать, хвойный опад и тому подобное. Так, ну вот здесь, к примеру, тоже вот туя вересковидная. Боулинг, вот она у нас. Растет тут на полянке. Вот все подкопано, вроде бы нормально. Но надо все равно делать поливочный круг побольше. Ну, здесь мокро, в принципе. Чтобы объем воды больше стоял. А так мы подошли, налили, и уже вот здесь, например, поливочный круг, он сломался. Вот так берем, раздвигаем ее. Да, сначала окопали полностью подальше, а потом прям набросали на стволик, а здесь уже раздвинули. Ну, и сделали, соответственно, бортики такие. А сюда уже хвойный опад можно, хоть что можно. Да, и к тому я хочу сказать о том, что мы начали отправку оплаченных заказов. Поливочный круг – это хорошо. Сейчас отправляются заказы у нас в Сибирь, Дальний Восток. Дальше ближе пойдет. То есть, кому надо быстрее, пишите, звоните. Отправим побыстрее. Также идут приемы на осень и на весну 25 года, поэтому успевайте делать заказ, а то сейчас некоторые приезжают и говорят: вот у вас уже того нету, всего нету. Поймите нас правильно, люди заказывают, оплачивают, оно все стоит. Вот здесь тоже человек окопал, смотрите, вот видите, но это очень мало для можжевельника. Налили, вода стоит, пока другое поливаете, она уйдет. То есть вокруг растения нужно делать обязательно поливочный круг. А сюда уже хвойный опад. У нас, кстати, есть там хвойный опад. Ну, я, наверное, попозже попрошу, чтобы его сюда насыпали. Ну, не знаю, видео должно быть получиться нормальным. На этом, уважаемые друзья, все. Переходите на наш сайт, делайте заказы. Все идет, отправляется. Посылки увозятся. Регламент у нас не поменялся. Утром выкапываем, упаковываем. В обед я увожу в транспортную компанию. К вам на почту приходит оповещение, номер накладной, а также с ней приходит фото саженцев, которые вы заказали. На этом все. Всего доброго. До свидания. С вами был Евгений Филимонов. Вы были на канале питомника «Хвойный дворик». Подпишитесь.